я тут нашел еще одно кафе, которое я забыл. И в нем есть еще три задания, которые нужно выполнить, поэтому давайте мы их тоже выполним. Чего стесняешься? Стой, поболтай. Отправимся сейчас в разный склад. Я из этих придурков не могу уйти. Я как-то ожидал много другого, но ладно. Я думал, сломать что-то придется. Вообще ничего сломать не нужно было. А, так, снова-таки возвращаемся в кафе. За следующим заданием. Посмотрим, что там за задание. Я два последних не видел, а только одно вот этого посмотрел и взял. Пойдем посмотрим, что там по заданиям и что интересного есть. Так. Давайте это. Что? А, взятый в заложники. Окей, давайте с этого начнем, потом по крышам дальше пойдем. Освободить пленных. Хорошо.
насколько там много этих пленных, но, надеюсь, не очень. Двинули. Ну. Да, задание в толпе есть, но выполнять его мы сейчас не будем. По адекватным причинам того, что нужно выполнить сначала это задание. Ну, я помню, кладбище. Тут было веселое задание. Я очень давно не слышал. Так, а они в разных местах держат. Хорошо. Я думал, они все в одном месте, но нет. Давайте книгу сломаем. И одна под ним провалится, и все. Минус ассасин. Не удивлюсь, если где-то даже были такие условия. А вот это место. Далеко, блин. Нужно лезть на крышу. Уже сам платит. Стреляет. Спасибо! Вот, подлецы! Честно, я вообще не понимаю, что за бред творится. Это что? Просто какая-то перестрелка, кто-то в кого-то стреляет, что? Бред. Ладно. А, я понял, это огромная территория, но они в разных частях. Тебя. Это плохо. А ну отошли! Сейчас же! Спасибо! Вот подлецы! Чего ты? Это что за бред? Можешь его выставить? Спасибо.
le capitaine de la garde sera là en moins de... Спасибо! Вот подлецы! Эй, кролик, от старого лиса тебе не убежать! Можешь слезть, пожалуйста, что за бред? Стрелить его к черту, самой матери! Привет, куда попало просто? Спасибо! Вот подлецы! Уходим с этого задания. Просто бред какой-то. Кто попало прыгает, что попало делает. Ладно. Что у нас? Убить еще нашу цель, но это задание будет уже в следующий раз.